ответ такой, что это качественный скачок. Это правильно? Что? Может быть и скачок назад. Это не реально. Да, это скачок преобразования. Смерть — это хорошая жизнь вперед. Да? Или назад? Вперед. Хорошая жизнь назад. Нет, вперед. Это у вас какое-то интересное определение. Только вперед к смерти. Понятно. Значит, это правильно. Потому что, конечно, каждая революция есть скачок. А скачок что такое, кто знает? Движение. Да, любое движение. Если я еду на велосипеде, то это скачок. Я думал, что я, когда прыгаю на скакалке, тогда это скачок. А оказывается, на велосипеде скачок. Резкие изменения. Резкие изменения. Вот у Гегеля есть очень точное определение. Перерыв постепенности. Скачок есть перерыв постепенности. Очень хорошая формулировка. И перерыв постепенности мы наблюдаем не только в области общественной, но и в области естественной. Ну вот, вы будете нагревать лед или жарить его. Жарить лед спокойно можно, не надо масла добавлять, не пригорит. Поэтому не случайно называют, например, понятие народного государства жареным льдом. Потому что оно изначально, так сказать, глупое. Потому что если государство народное, то оно уже не государство. А если оно еще государство, то оно еще не народное. И соединение слова государство со словом народ – это жареный лед. Сапоги в шмятку. Значит, нагреваем лед. Нагреваем. И когда, наконец, мы подходим к температуре 0, происходит скачок, перерыв постепенности. И вместо льда образуется жидкость. То есть вода переходит из твердого состояния в состояние жидкости. Тогда мы начинаем нагревать воду дальше. Нагреваем. Потом начинается шум. Что это такое за шум? Откуда шум? Кто может объяснить природу этого шума? Начинает шуметь. Чайник. Чайник плохой или что-то происходит? Нет, потому что вода снизу нагрелась. А? Вода снизу нагрелась. Что и шумит. Дескать, я уже нагрелась, да? Нет, поднимается наверх. Вода поднимается наверх? Ну да, теплая вода наверх. Теплая вода поднимается с шумом. А что она вдруг теплая вода чайник шумит? Трясет. А? Чайник трясет. Чайник качается. Да. И весь качается, и от этого такой шум. Не проходит. Не проходит. Это вообще в школе проходили. Образуются пузырьки пара. Где? На дне. Там, где нагревательный элемент. И они поднимаются, естественно, вверх. Когда они поднимаются, шума не будет от этого. От того, что пузырек пара поднимается наверх, какой может быть шум? А вот поднявшись наверх, где холодные слои воды, этот пузырек захлопывается, потому что снова пар обращается в жидкость. Получается хлопок. И вот эти маленькие пары воды аплодируют нагревание. И вот эти аплодисменты вы слышите. Когда чайник закипает, это бурные аплодисменты, переходящие уже в бурное кипение потом. Когда уже все вскипает. Это перерыв постепенности? Перерыв постепенности. А дальше? Ну а если пар нагревать? Что будет? Вот все постепенно нагреваем. Что-то будет? Скачок будет или уже не будет? А? Нет. Чего нет? Почему? Откуда? Чего вы взяли? А? Это у вас такая гипотеза. Ничего не будет. Ну потому что это конечная фаза. Конечная. Кто вам сказал? Фамилия? Я помню из физики, что дальше ничего нет.
А, вы помните, что дальше? Вы туда заходили? Вы заходили в температуру 800 градусов, и вы поняли, что там ничего нет. Но вам удалось вернуться обратно. Очень приятно за вас. Такое понятие перегретый пар слышали? Слышали, да? А плазма слышали такое понятие? Да. И что? А что, говорит, конечное состояние нет, тогда? Если вы имеете в виду пар, вот именно пар, как? Я имею в виду все время воду, не надо. Воду, все время воду, и в разные ее агрегатные состояния. Первое агрегатное состояние – лед, второе агрегатное состояние – жидкость, третье агрегатное состояние – газ. Газ, я имею в виду. Пар – это название газа, если субстанция является вода. А после, а из чего состоит пар? Из частиц воды. А конкретнее? Из частиц. Молодой человек, пар состоит из молекул воды. А при высокой температуре молекула распадается на атомы. Получается, вот это нагретые атомы, плазма. Плазма. Вы что думаете, вот когда летит ракета, оттуда из сопла вылетают пары, что ли? Это у паровоза, когда паровоз едет, тогда вот пар из трубы. А когда летит ракета, оттуда плазма вылетает. Совсем другие температуры. Еще один скачок. Так что вы там исправьте свое представление на одну фазу. То есть скачки могут быть. Можно в обратную сторону пуститься. Начинаем охлаждать. Плазму, если вы будете охлаждать, атомы воды будут соединяться в молекулы. Получится что? Вода. Опять вода, ну что? Так ясно, что вода. Ну, вода в каком смысле? Пар будет. Пар будет. Пар будет. То есть вода превратится в газообразное состояние, а была она в состоянии плазмы. Начинаем двигаться назад. Еще. Охлаждаем, охлаждаем. Что получается? Жидкость. То есть она в состоянии жидкости. Жидкость охлаждаем, получаем твердое состояние, лед. Ну вот. И вот этот вот переход от воды в жидком состоянии к воде в твердом состоянии, это что, контрреволюцию можно назвать? Нет. То есть понятие контрреволюции, наверное, неприменимо к таким явлениям. А если чайник вскипел, это революция? Нет. Значит, революция – это, конечно, скачок, но не каждый скачок. Революция, правильно? Вот это нам надо запомнить, потому что, когда скажут, что это вот скачок, я всегда спрашиваю тогда, ну, представьте себе, нашлась какая-то фирма, которая взяла и провела большой ров, прокопала через Санкт-Петербург. Это точно скачок, потому что, что будет с транспортом в городе, можете себе представить. Через него ничто не переезжает, а вот такой ров, противотанковый, прокопали. Это скачок? Скачок. Я думаю, что те, кто прокопали, у них тоже будет скачок. Их так просто, наверное, на свободе не оставят. Но это не революция и не контрреволюция. Вот то определение, которое вы дали, что революция. Революция. Но вы взяли социальную революцию, правильно? Потому что бывает научно-техническая революция. И там что, если научно-техническая революция, там переход от одной формации к другой? Нет. Так что вы немножко тут поспешили. Я же спросил, что такое революция, а вы мне дали ответ, что такое социальная революция. Совершенно правильный ответ. Но революция может быть промышленной? Может быть. Значит, давайте вернемся к тому, что такое революция. И у вас пока ответа нет. Скачок не подходит, правда? То есть скачок подходит в смысле правильности, но не в смысле определения. Ну, конечно, революция – это скачок, но не всякий скачок – революция. Промышленная революция, как вы себе представляете? В чем она выражается? Ну разве бывает, чтобы не изменялось что-то в производстве все время? И разве бывает такое, чтобы не увеличилась производительность труда? Это у вас такое представление о революции, как и о том, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы о чем говорили? Об эволюции. Так вы эволюцию хотите выдать за революцию. Я правильно вас понял? Нет. Шило за мыло, кота за порося. Резкий скачок. А? Ну, было низко, тут раз резкий, там, ну, быстро.
Ну когда вы будете говорить, что вот это изменение, это именно революция промышленная? Ну как вот же? Ну объясните людям-то. Ну мне объясните, я другим буду объяснять. Ну что это за объяснение? Что это там увеличивается производительность труда? Еще бы не хватало, чтобы производительность труда не увеличилась. Историки, значит, сообщают, что оказывается развитие общества связано с совершенствованием средств производства. А совершенствование средств производства выражается в постоянном увеличении их производительной силы. Правильно? Производительной силы человеческого труда. Поэтому никакая это не революция. Или давайте выкинем, скажем, нет никаких других революций, кроме социальных. Такой возможен разговор? Возможен. Вот сколько народу наговорило про научно-техническую революцию. А где она? Ну, если вот, видимо, эти товарищи, которые про нее пишут, они это имеют в виду, что вы сказали. Вы как бы сделали обратный ход. Взяли их понимание научно-технической революции и вывели из него тогда, видимо, такое понимание революции, что всякий чих – это революция. Чихнул – революция. Будьте здоровы, опять революция. Ну вот мы уже говорили, что всякая революция уж по крайней мере скачок. А вы даже до скачка вот не дошли. Это я вас критикую лично. До скачка не дошли. Сказали, вот изменения. Ну, во-первых, скачок должен быть. Но, во-вторых, какой скачок? Какой-то необыкновенный скачок, правда? Ну, как вы себе представляете, сколько процентов должно быть рост производительности труда при этом скачке? 2,5% скачок. У нас, говорит, гигантский разворот научно-технической революции. Производительность труда выросла на 0,5%. Пойдет? Не пойдет. Ну хорошо, на 10% тянет на революцию? Нет. Да не тянет, конечно. У нас вон в 50-х годах в Советском Союзе темпы роста, средние темпы роста производительности труда были 10%. Никому в голову не приходило объявлять, что тут промышленная революция или что это научно-техническая революция. Правильно? Наоборот, когда темпы стали падать, то чем-то надо это заменить. Отсутствие темпов просто на практике, значит, надо заменить. Дело чем заменяют обычно? Чем заменяют дело, когда дела нет? Правильно, разговорами. Словом, нету роста производительности труда, поговорим о научно-технической революции. Хорошо. И начался гигантский разворот разговоров о научно-технической революции. Они шли у нас. И особенной остроты достигли в 1982 году. В 1982 году рост производства был чему равен? Темпы роста? Нулю. Нулю. Ох, ну это точно скачок. Неслыханно, невиданно. Только после разрухи, которая была, так сказать, после революции, может быть, такое было, чтобы ноль было. В войну-то очень сильно росла. В войну с 42 по 44 год, Великой Отечественную, производительность труда выросла вдвое. Вдвое. И кроме победы в Великой Отечественной войне, товарищ Сталин не присвоил себе еще имя научно-технического революционера. Хотя, я еще раз повторяю, производительность труда выросла вдвое. И затраты на производство военной техники с 42 по 44 год в военном бюджете СССР сократились. То есть в два раза больше техники стали производить тем же количеством людей. Поэтому затраты только сократились. Даже меньшим количеством людей. Вот и все. То есть это тоже не тянет на революцию. Даже так. А вдвое это на 100%, правильно? За 2 года. Ну, значит, за год примерно 50%. И тоже не тянет. Никто не говорил, что это революция. Вот даже интересно, значит, когда на 50% в год, с 42 по 43, 50 и еще 50, никто не говорит, что это была научно-техническая революция. Или техническая, или промышленная. А вот тут, ну, просто гигантский разворот. Читали? Если не в книгах, так в газетах. Если не в газетах, так по телевидению скажут. Во всяком случае, если дела нет, так понятно, что разговора об этом очень много. Хотя источник этих разговоров тоже ясен. Был такой экономист, философ был, Бертран Рассел, английский, который это вот запустил, эту теорию научно-технической революции, с такой целью, чтобы, дескать, вам революция
научно-техническое все решит, не надо вашей социальной. Зачем ваша социальная революция? Все хорошо. Все тихо, мирно, никаких революций. Все сейчас будут жареные пирожки выскакивать с огромной скоростью в необыкновенном количестве. Зачем эти беспокойства? Ну а промышленная революция, какой там был примерно рост производительности труда? Промышленная революция, когда в Европе была? 70%. Ну как вы думаете, какая там была? Какой был рост? Вручную до этого ткали, вручную ткали. Вдруг раз и машины стали так, полотно пошло рекой. Ну какой вы думаете рост? Очень большой. А? Очень большой. Ну очень большой, может для вас 3% очень большой, откуда я знаю? Три с половиной. Тоже я не знаю. Ваши, судя по нашему разговору, у вас так все какое-то такое маленькое. Почему? Может, вам кажется, как княжество Монако кажется великой державой? Тысяч на две. А? Тысяч на две. Во. Вот это уже разговор. Тысяч на две. Вот это разговор. Вот это правильное представление. Тысяча на две, на 10 000. Вот это действительно революция. И революция выражалась не только в том, что изменился, что это резкий скачок производительности труда, а изменился сам, так сказать, по существу способ производства. Был ручной труд, а стал машинный. Но если бы этот машинный труд дал бы 1.5%, или 2, или 10, это была бы не революция, потому что смысл техники только в одном, что она увеличивает производительность труда, больше она ничего не делает. Все до этого можно было сделать вручную, это же самое делают с помощью техники. Повышается производительность труда, поэтому если она дает такой вот гигантский скачок, тогда можно говорить о революции. То есть мы должны о революции говорить, ну, с учетом того, что писал товарищ Маяковский, что слова у нас до важного самого привычку входят, ветшают, как платье. Вот и слово революция затаскали уже. Сейчас вообще, а кто сейчас больше всего говорит о революции, революционеры или контрреволюционеры? Конечно, контрреволюционеры больше всего говорят. И там революция, и там революция. То революция роз, то оранжевая революция. Да? То цветная, разноцветная революция. Каких только революций нету. Это революции. И разговаривают о них люди, которые, ну, в корне враждебны революциям. Вот тема, о которой товарищ сказал. Вы их заклеймили? Вот тех, которые говорят, называют революциями то, что не является революцией. Ну, я их вместо вас, мы с вами в одной связке. Вы знаете точное определение, а я использую его. У меня трибуна, микрофон, поэтому сразу мы тут пускаем нашу позицию в широкий оборот. Значит, промышленную революцию мы с вами знаем, что такое теперь. Научно-техническая революция мы тоже можем теперь сказать. Что такое научно-техническая революция? Это такие изменения в науке. Изменения в науке, которые при своем применении на практике дают гигантский скачок в росте производительности труда. Есть такое? Что киваете? Нет такого. Где такое есть? Где? Опять вы взялись за старое, за 2-4%. Ну где вы такое видите? Ну где есть? В Германии есть? Нет. В Америке есть? Нет. В Китае есть? Нет. Ну там, ну какой там темп роста производительности труда? Применение науки в производстве есть, все время идет. Нынешнее производство есть не что иное, как применение науки в производство. Правильно? Ничего тут революционного нет, это давно уже проехали. Маркс об этом писал в «Капитале». Наука уже воплощаясь в основном капитале, наука становится непосредственной производительной силой. То есть когда разрабатывается сначала в науке какое-то средство производства, потом изготавливается, то наука как бы становится производительной силой, но не непосредственно, конечно, вот из науки, так сказать, никакие детали не выскакивают. И от меня не ждите, что сейчас посыпятся, так сказать, пирожки. А вот примененные, внедренные, они могут дать соответствующий рост производительности. Ну какой? Нигде в мире вы таких скачков. Ну, в отдельных отраслях, в отдельных каких-то производствах наблюдаете. Но когда говорят научно-техническая революция, это должно быть не в отдельных отраслях, но во всей стране. И вообще нам рассказывают, что это мировой процесс. Я в свое время в Москве слушал доклад академика Богомолова.
Он нарисовал график роста производительности труда. Сказал, ну вот посмотрите на этот график. Вот он такой, так медленно, такая кривая идет. Ну это что, революция? Ну график, если такой. Ну, революция, так это вот раз вот сюда, взлет, правда? Какой взлет? Никакого взлета нет. Кто узнает, в какой стране хоть маленькой, вдруг такой гигантский взлет? Ну, допустим, если, может быть, в какой-нибудь африканской стране все делали вручную, а теперь поставили станок с числовым программным управлением один прямо в джунглях. Может быть, там и есть такой взлет? Особенно у нас, когда вот, если раньше рыли с помощью шагающего экскаватора, а сейчас думаю так, если маленькую канаву, один гастарбайтер, если больше канаву, 4 гастарбайтера, если глубокую канаву, 100 гастарбайтеров, а если нужно ров под фундамент, 1000 гастарбайтеров, где тут научно-техническое? Здесь научно-технического прогресса даже нету. Отступаем от прогресса и начинается регресс. Заменяем машины людьми. Вместо того, чтобы заменять труд людей машинным трудом. Ну вот мы более-менее разобрались с революциями не в той области, которая нас непосредственно интересует, но она из области истории не выходит, правда? Потому что история изучает развитие общества самого по себе и развитие общества во взаимодействии с природой, правда? И в том числе и влияние природы на общество. Поэтому нельзя сказать, что это вообще нас не касается. Касается. Точно так же, как мы не можем изучать людей без потребления пищи, потому что это мертвые люди. Поэтому мы изучаем их живыми. А раз живыми, значит, надо природу тоже брать. Но все-таки нас интересует больше всего вопрос о том, а что такое социальная революция. И здесь нам товарищ очень правильно, спокойно сказал очень точную вещь, что революция – это переход от одной общественной экономической формации к другой. Сколько, следовательно, может быть революции всего? Посчитали? Вот человек сделал открытие, и не использовал, а другие приходят и начинают пользоваться открытием и собирают урожай. Ну сколько штук-то? Так бывает. Один открывает, а другие потом получают премии за это все, гонорары. А он все сидит, читает. А? Вольство, рабство. Ну, я не знаю, не надо мне рассказывать. Количество, дайте мне штук, штук и штук. А? Вот, товарищ, берите его с автора и пишите. Революция и их число, и их количество. Интересная будет статья. Еще никто такое не писал. 4. Ну, 5 формаций, а переходов между ними 4, естественно. 4 возможные революции, все. А контрреволюции сколько возможно? А? 4. Сколько? 4. Тоже 4. Ну, как? Интересно, но в обратную сторону каждой революции. Я думаю, что нам особенно... Так сказать, нетрудно сформулировать, что такое контрреволюция. Это движение от чего? От более передовой формации к менее передовой. Или к реакционной, или от отжившей формации. Вот и все. Это контрреволюция. Ну а точное определение вообще революции, что революция – это переворот. Не только в экономическом базисе, но и во всей надстройке. То есть переворот, который приводит к тому, то на место одного правящего класса встает противоположный класс, более передовой, если это революция, или наоборот, на место одного более передового класса становится другой, более реакционный, это контрреволюция. И совершается переход от одной формации к другой. Тогда это вот социальная революция. А когда мы говорим только о перевороте в области политической, просто когда меняется господствующий класс у власти, это революция или контрреволюция в области политической. Поэтому мы различаем политическую революцию и социальную революцию в целом. Потому что политическая, конечно, тоже социальная, но она только часть вот этой общей социальной революции, куда она входит.
Политическая революция может быть очень быстрой, однодневной. А вот революция в смысле перехода от одной формации к другой, как вы понимаете, затрагивает уже, захватывает десятилетия как минимум. Как минимум десятилетия, а то и больше. И соотношение между политической революцией и в целом социальной революцией меняется. Вот давайте пройдемся по этим формациям и посмотрим, как отличаются эти революции по тому, как они совершаются. Вот если мы возьмем первую революцию, переход от первобытного общинного коммунизма к рабовладению. Было вооруженное восстание рабовладельцев? Не было. Не было вооруженного восстания. У Смольной там брали рабовладельцы? Не брали. Было, а? Было на капитализме. Нет, мы же с вами, ну как, мы с вами рассматриваем переход от первобытного общинного коммунизма к рабовладению, а вы меня тащите куда-то через столько веков сразу. Я уже погрузился туда. У меня тут либо вот тут первобытные общины, либо уже первые рабовладельцы. Вы меня раз и куда-то выхватили и забросили совершенно в другое место. Так не рассуждают. Дайте нам разобраться с одной революцией, вот с этой, с первой. Мы дойдем до капитализма. Не беспокойтесь. За нами никто не гонится. Мы дойдем. Итак, как мы себе представляем? Как разложение первобытно-общинных отношений, как выделение вождей племен в некие особые группы, когда они уходят там, может быть, со своей, с теми, кто хорошо вооружен, и начинают отдельно, самостоятельно вести хозяйство, а не единое, так сказать, хозяйство, которое ведет община. Что для этого необходимо? Когда может совершиться такая революция? Что является критерием, после которого становится возможным переход к рабовладению? Что? Ну, появление имущественного неравенства. Ну что значит появление имущественного неравенства? Мы вот, у нас нет никакого имущественного неравенства, если у нас первобытный общинный коммунизм. Как, откуда он появляется, это имущественное неравенство? Непонятно. Как он может появиться? Вот мы все разделили и потребляем. Где имущество неравенство-то? Это непонятно. Увеличение производительного труда. Войны были в период первобытного общинного коммунизма. Вот идет война. Вы меня победили. Какова моя судьба? Плохая. А? Плохая. Ну это не конкретно плохая. Может, ваша плохая, потому что вы не можете ответить на вопрос, а экзамен впереди. Я вам показал, что у меня плохая судьба. Это у вас плохая судьба. Ну какая у меня судьба-то? А? Рабство. Рабство? Ну, товарищ, хорошо. Давайте, я буду вашим рабом, а вы умрете. Потому что я буду только на себя работать. Потому что, а больше я могу сделать только уровень развития производительных сил таков, что я могу сделать только пищу на одного человека. А на вас не хватает, значит, я выживу, а вы умрете. Потому что вы ждете, когда я вам принесу. Никогда не принесу. И вы от голода умерли. Вы сделали большой ошибку, надо было сразу заколоть. Теперь уже поздно. Теперь я экзамен буду вас принимать. Не надо было пропускать. Значит, вопрос и об этой революции, это вопрос, прежде всего, экономический. Появился прибавочный продукт, достаточный для того, чтобы прокормить второго человека. Вот что надо, вот главный критерий. Появился ли прибавочный продукт, достаточно для того, чтобы один человек мог прокормить двоих. Правильно? Тогда есть смысл меня не закалывать. А? Иначе какой смысл меня оставлять в живых? Ну, из нас двоих выживет только один. Поэтому, а вот когда я могу двоих прокормить, ну, я уже могу сам за себя агитировать. Какой смысл меня убивать? Подумайте сами. Сейчас бы я буду работать, вы будете жить припеваючи. И мне хорошо, я живой остался. И вам хорошо. Как говорится, будете возлежать в кущах райских. А я вам буду виноград приносить, баранчиков. Что плохого? Зачем вам меня закалывать? Согласитесь, правда? Вот, человек согласился. Вот как революция происходила. В беседах, можно сказать.
Потому что кто такие эти новоявленные рабы? Это вполне возможно, вполне, так сказать, уже развитые, культурные представители, но другого племени, побежденного. Раз побежденные, это враги. Что с врагами делают? Убивают. И убивали. Ну теперь будет смысл убивать, когда я могу вас прокормить. Ну убивайте, пожалуйста, вам же хуже. Почему же? Да, ничего плохого, очень даже хорошее. Так это был прогрессивный строй по сравнению с первобытным общинным коммунизмом. Раньше всех побежденных убивали. Заодно убивали и пожилых. Какой толк от них, если они не работают? Сейчас все мучаются, что делать с пенсионерами? Ну, обратитесь к опыту. Да. Громче, не слышу. Все равно не понял. Обязательно убивать, потому что иначе как тоже будет их кормить-то? Ну, в плен. Вот я беру в плен, так? Я беру в плен человека. Я пленного должен кормить? Ну, так если я его буду кормить, я умру. Зачем мне этот пленный? Я его взял и убил. А вам я хочу сказать. Вот если вы хотите задать вопрос, то надо задавать громче. Я бы вам так задал вопрос. А обязательно ли убивать того, кого вы взяли в плен? Слышно? Ну, кто из нас моложе? Вы или я? По-моему, я тогда моложе. Потом у вас какая-то правильная идея, мысль. Надо свои мысли, они если правильные, яркие, и вы убеждены, что они истинные, их надо, так сказать, отстаивать соответствующим голосом. Вот у Сталина в первом томе есть заметка, где он пишет про Ленина. Говорит, человек, стоящий на нашей позиции, должен говорить голосом твердым и непреклонным. В этом отношении Ленин настоящий горный орел. А вы орлица. Ну там как раз высоко. Выше вас вот никого и нет. Вот там один орел еще сидит. Закрылся компьютером от нас. О, и крылья сейчас показал. О-о. А голос можете подать? Ну, это слабенький. Этот клёкот какой-то очень слабый. Он и потому и закрывается, боится, что его голуби заклюют. Так. Значит, вот интересный, так прогрессивный же строй рабовладения. Появилось разделение труда, появились ученые. Ну, как могут появиться ученые? Я буду вас кормить, а вы будете изучать философию социальную. Так? Ученые будете. А я буду вам пироги подавать, сапоги точать. Разделение труда. Прогресс? Прогресс. Но общество эксплуататорское. Эксплуататорское. Прогресс есть? Есть. Хуже, когда общество эксплуататорское и прогресса нет. Вот это совсем никуда не годится. А тут есть. Ну так вот примерно происходила революция. Так? Это же целая революция. Раньше убивали, теперь не убивают, обращают в рабство. Ну если я поверженный ваш противник, то на что я могу претендовать? Могу я претендовать на то, что я буду в вашем римском государстве или в древнегреческом голосовать, требовать права голоса, равенства какого-то? Какое равенство? Вы можете сказать, скажите спасибо, что вас не закололи в первый же день. Так? Поэтому на каком положении содержались рабы? На положении говорящего орудия. Но живого орудия, а не мертвого, поверженного противника. Примерно так происходил переход, вот так происходила революция рабовладельческая. Так? Так. А как происходила революция феодальная? Опять, если мы не возьмем вот экономическую сторону дела, ничего мы такого хорошего не скажем. Сейчас, вот были какие-то набеги, варвары. Это почти что дикари налетали на этих культурных образованных римлян, да?
Разрушили Рим, и ведь состоялась революция. Переход к более высокой формации. Здорово. Если, значит, варвары налетят, которые ничего не понимают, будет прямо и революция. Какая-то ерунда получается. А дело-то в чем? А дело в том, что мы не должны с вами из внимания упускать смысл вообще общественно-экономической формации. Как вот мы эту воду наблюдали в разных ипостасях, так мы здесь должны видеть развитие производительных сил в разных общественных формах производства, в разных способах производства и в разных общественно-экономических формациях. Так вот, что предшествовало тому, что начались вот эти самые набеги? Что предшествовало? Во-первых, предшествовало то, что появились новые средства производства, машины, которые нельзя давать рабу. То, что вы мне дадите, как я отношусь к машине, которую мне дадите, как к орудию моего гнетения и подавления. Правильно? Вы мне ее дали, чтобы я вас лучше кормил, а я жду, когда вы умрете, если вы мой совладелец. С удовольствием бы я этому поспособствовал. Поэтому не ожидайте от меня гигантских усилий по повышению производительности труда. Правильно? И тем более ожидать, если... Вы помните, картинки были в учебниках еще школьных по истории. Там, вот такое жабо деревянное у раба, чтобы он не мог вот виноград взять и в рот положить. Собирай виноград, но это есть виноград, это тебе дадут, если что. Сколько там гнилых виноград, виноградин всегда остается много. А это надо кисть положить хозяину. Говорящие орудия могут повысить производительность труда и могут действовать с новыми средствами производства, которые уже открыты с помощью науки. Наука уже была. Были машины уже в то время? Уже в греческие времена были, да? Древнегреческие времена, были уже машины разработаны. И в Риме были разные машины. Или без всяких машин и механизмов можно было такие создать храмы. Как вы думаете? Что, много народу собралось и подняли колонну? Вы так себе это представляете? Угу. Это вот Монферран был такой сильный, когда он мог взял и построить здесь Исаакиевский собор. Взял и поставил эти колонны. Но вот у меня такое подозрение, он тоже был не один, во-первых. Раз. И, во-вторых, вряд ли просто большой толпой поднимали эти колонны. Если бы там не было соответствующих, когда там был музей, там были показаны эти механизмы, с помощью которых воздвигали эти колонны. Большие, так сказать, со шкивами, так сказать, и канатами, которые позволяли поднимать постепенно эти колонны и стали. Короче говоря, когда варвары стали разрушать прежний уклад, прежний строй общественно-экономический, на место этого прежнего строя стал устанавливаться такой строй, в котором послабление вышло рабам. Не ради любви к рабам, а ради того, чтобы использовать более передовые средства производства. То есть, ну, ушли потом эти самые варвары. Или они начали какой-то порядок устанавливать. Порядок уже устанавливался другой. Какой? Что вот эти варвары, по сравнению с культурными римлянами, устанавливали такой порядок, когда тот, кто работником является, не является говорящим орудием. Что с ним можно делать? Купить можно? Можно. Продать можно? Можно. В одиночку или оптом вместе с семьей. Можно без семьи. Можно с землей. Можно без земли. Хотите землю с крестьянами? Недорого даю. Не хотите? Ну, смотрите. А как вы собираетесь жить? Сейчас никто не обещает, что будет день хороший. Так, если вы с крестьянами, то проживете, а без крестьян не знаю. Вон Улюкаев вам не обещает, говорит, должны привыкнуть к новой экономической реальности. А какая реальность, не говорит? Говорит, что будет и хуже, и хуже, и хуже. Вот, говорит, наша реальность. Пока я министр экономического развития, все будет хуже, и хуже, и хуже. Это реальность. В этом, что ли, развитие состоит? Может быть, это министр экономического развития или экономической деградации тогда? Правильно было бы называть. Где развитие-то?
Это новый способ подбора кадров. Если вы умеете что-нибудь завалить, надо туда и поставить. Ну, у нас это широко сейчас распространено. Директор, начальник Федеральной службы исполнения наказаний. 1.5 года назад его освободили, а сейчас его посадили. Поскольку он всего-то где-то порядка 2 миллиарда рублей под предлогом приобретения браслетов, чтобы вот если кого задержали, а еще неизвестно вы преступник, не преступник, на всякий случай на ногу вам браслетик и ходите с браслетиком. А мы будем смотреть, где он находится. На лекции, в лектории. Все понятно с ним, все хорошо. А этот уже где-то в баре. Вот остальные уже, на них надо браслеты надеть, на всех, кто не пришел на лекцию. Чтобы мы знали, куда они расползлись. И вот этот самый человек, который... С таким набором наград там, фотография. Который был, так сказать, начальником всей федеральной системы исполнения наказаний, сейчас находится за решеткой. И дружок его, его заместитель, тоже находится за решеткой. Ну, 2 миллиарда это сейчас немного же. А губернатор Сахалина наличными всего нашли при обыске 1 миллиард. А вы сейчас спрашиваете, когда вам стипендию повысят? Никогда, пока не будут таких расстреливать. Никогда и не повысят. Ну как, все деньги же уплывают. Тут можно трудиться, создавать, а потом они куда-то уплывают в карманы неизвестно кого. Вчера открываешь газету, написано 14 миллиардов, ищут. Где их ищут? На космодроме Восточный. Перечислено. Куда делись? Не знаем, говорит, куда делись. Ну что делать с теми, кто не знает? Ну не знаю. Вот вы стипендию получаете, расписываетесь, нет? Или на карточку? На карточку. На карточку, там, значит, вы предусмотрены. Там расписываются, они отвечают. А тут 14 миллиардов туда перечислили, не знаю. Нет, остальные деньги знают, куда пошли. А вот 14 миллиардов, сегодня уже не знают, сколько, 16 уже миллиардов. Может, завтра еще будет? Я уже не говорю о том, что и не строится этот. Там и людей меньше. И оборудование меньше, чем надо. Ну, это понятно, если 14 миллиардов куда-то ухнуть. А есть налоговые у нас службы, Министерство налоговых, налогов и сборов, контрольные проверки, бухгалтерские учебы. Ну, это для, вот, для мелкой рыбы, для крупной рыбы где-то 14 миллиардов. Нет. Хорошо сейчас живется тем, кто имеет большие миллиарды, правда? Нам же сказали, что будет свободный строй. Ну, вот какие-то элементы свободы тут налицо. Так. Значит, вторая революция тоже была какая-то... Сказать, что она мирная была, не было. Вот этот уклад жизни, который был у рабовладельцев, его разрушили. Кто разрушил? Некультурные люди. Варвары. Это во-первых. Во-вторых, рабовладельцы до того разучились работать, до того разленились, что с ними разделаться стало совсем уже просто. Правда? Ну, какая проблема победить того, кто уже ничего не может делать? Только может открывать рот, чтобы ему туда положили еду. Понятное дело. Так. После феодального строя, который эволюционно развивался, про эволюцию мы говорили в прошлый раз, наступила эпоха каких революций? Эпоха буржуазных революций, да? Буржуазных. То есть эпоха перехода от феодального строя к буржуазному. Что ей предшествовало? Ей предшествовало великое открытие, которое сделали французские буржуазные историки Черри, Менье и Гизо. Какое открытие сделали, не знаете? Ну, они же буржуазные. И у нас сейчас буржуазное строится. Самое время вот читать. Открытие было такое. Значит,
Феодалы, чувствуя свой конец, как правящего класса, начали доказывать, что вот тут есть другие, претендующие на место государственных деятелей. Так вот, только благородные могут управлять. Благородные. У вас папа граф или барон? Нет? Значит, вы не можете управлять. У кого папа граф или барон? Поднимите руки. Или князь. Что за народ собрался такой, я не знаю. Вот у вас, да? Или нет? Сомневаетесь? Может, и есть, да? Где-то там. Ну, хорошо. Вот, вы благородные. Вот вам надо управлять. А эти пускай не претендуют. И вот об этом написали феодальные историки. И вот Еремия и Гизо выступили, как бы вот предтечей этой революции, в идеологической схватке, выступили с идеей о том, что управлять могут и другие классы. Открыли классы и разработали теорию классовой борьбы. Вот из своего опыта, своего преподавания я извлек, что только историки знают, что теорию классовой борьбы раскрыли буржуазные историки. Все остальные, с кем я встречался, или на занятиях, или в обществе, думают, что теорию классовой борьбы разработал Маркс. А Маркс в письме Мейдемейеру специально писал, что не я разработал теорию классов. И это сделали до меня французские буржуазные историки. А экономическую анатомию этой борьбы раскрыл Адам Смит. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам, что вся история, предшествующая истории борьбы классов, что эта борьба классов ведет к диктатуре пролетариата, и эта диктатура пролетариата составляет переход к обществу без классов, к коммунизму. Вот и все, говорит, что я сделал. Так что ничего такого, что ему приписывают, Маркс не делал. Маркс теории классовой борьбы не разрабатывал. И вообще надо сказать, что вопрос о теории классов – это элементарный вопрос всякой науки. Скажем, в ботанике, прежде чем вы будете изучать растения, первое, что надо сделать – систематизировать факты, разделить на классы. Да? Есть такие-то растения, такие-то растения, такие-то. Есть травы, есть деревья, есть кусты. Так, есть с такими-то пестиками, с такими тычинками, с такими-то листьями. Есть хвойные, есть лиственные деревья. Это все деление, да? А лиственница – это хвойное дерево или лиственное? Хвойное. А лиственница называется, чтобы вы не забывали о диалектике. Там противоположная мысль, что она вообще-то хвойная, но опадает у нее хвоя так, как у лиственных деревьев. Так вы это имели? Ну нет, листьев-то нет. Вы видели хоть лиственницу? Там листьев-то нет у нее это хвоя. Да. Так. Дальше. Двигаемся. Произошла буржуазная революция. Она уже происходила по-другому. То есть для того, чтобы разбить, так сказать, феодальное общество, феодальное хозяйство, нужно было что сделать? Освободить крестьян. Так? Вот если я капиталист, у меня уже деньги есть. Я торговал, торговля уже существовала и при рабовладении, правильно? Купцы были и при рабовладении. Они могли накапливать этот капитал. И вообще, надо сказать, что первоначальный капитал накапливался в торговых городах. И поэтому не только первые капиталисты, это те, кто были торговцами, но и первые политэкономы – это меркантилисты, то есть те, кто считали, что капитал создается только в торговле. Потом появились люди, которые стали доказывать, что капитал создается в земледелии, Тюрго. И, наконец, Адам Смит и Рикардо, которые доказали, что капитал создается трудом, неважно в какой сфере. Материально-производительный труд создает, при производстве товара создает стоимость. В
А что нужно для капитализма, для капиталистического производства? Вот если я торговал и наторговал, у меня есть такая сумма денег, которая позволяет мне нанять работников. И я хочу вот вас нанять. Я чувствую, что вы нуждаетесь в постоянном руководстве со стороны опытного, имеющего деньги человека. Да? Тем более, что особенно вас там не кормят. У вас помещик, небось, вас плохо кормит. А он и вас и не должен кормить. Зачем он на него? На барщине, работаете на него. Какие налоги? Пусть он платит, сам работает и платит. Зачем вы на него работаете? Чтобы он не обиделся. Вот ему такие нужны, как вы. Вас вообще не возьму. Вас возьму. Пойдете? Но вас никто не отдаст. Вы понимаете, что помещики так просто вас не отдадут? Что нужно делать? Надо бороться с крепостным правом. И буржуазия стала поднимать на борьбу против феодализма какие народные массы. Так было. Вот это первая такая классическая революция, когда, в которой участвуют широкие народные массы. Хотя восстания рабов были, как известно, и период рабовладения, правда? Восстания были, но победить они не могли. Ну что могло быть итогом восстания рабов? Новые рабовладельцы? Точно так же, как восстания, которые были в период феодализма, того же самого Пугачева или Степана Разина, ну, к чему они должны могли привести? К новому, другому, более доброму царю? Никто же там не ставил задачу освободиться от рабовладения. А кто первым таким провозвестником буржуазной революции явился у нас в России? Кто? Представители какого класса? А? Дворяне, конечно. Кто что за дворяне? Какие конкретно? Декабристы, да. Откуда вы все знаете? Вы так все отвечаете, все знаете. Можно подумать, что я вас специально туда поставил, чтобы вы так все правильно отвечали. Декабристы. И это очень важно заметить, что декабристы, будучи сами благородными, а, ну вот как раз вот тут вы же сказали, там у вас есть корни благородные. То есть вы как декабрист сейчас выступаете. Ну, примерно. Декабристы, будучи сами представителями знатных родов, они выступили против крепостного права. Причем выступили тогда, когда вот они почувствовали, что дело идет к тому, что это самое крепостничество должно пасть. И они выступили с тем, чтобы расчистить дорогу новому общественному строю. Так, освободить крестьян. Потому что если вас не освободить, кто у меня будет работать? Ну кто у меня будет работать, если вообще у вас у всех хозяин, помещик? Вас помещик не отпустит. Надо сначала разбить помещичье хозяйство. Вот тогда вы приходите ко мне, и тут я вас с протертыми руками принимаю. Вы свободны, Серый? Свободны. Видите, какие вы свободны, а я не свободный. У меня средства производства, завод, фабрика. Единственное, что мне не хватает, это вот вашего свободного труда. Мы свободно с вами договариваемся. Как мы с вами договариваемся? У вас все равно ничего нет. Как мы с вами договоримся? На самом низком уровне мы договоримся. Будет цена вашей рабочей силы. А цена вашей рабочей силы – это что? Это заработная плата. Заработная плата – это цена рабочей силы. Ну вот, и будете вы свободно на меня работать. Причем вы за первые 2 часа вы воссоздадите то, что у вас расходуется на заработную плату, то, что я должен выплатить вам. А остальные часы, ну, скажем, из 12 часов труда, 10 часов будете создавать для меня прибавочный продукт, который будет реализован, и я получу прибавочную стоимость. Вот в чем состоит, собственно говоря, революция. Все свободны. И один я не свободен, потому что я должен охрану, фабрики, потом надо вот эти деньги, которые я с вас получу в итоге, тоже охранять. То есть только у меня головная боль. А вы утром пришли в 6 утра на работу и вечером пришли в 12 ночи домой. И свободны. И сделайте, что хотите. Никакой барщины нету. Ну, конечно, когда вы на работе, там вы делаете то, что нужно капиталу. Правильно?
Там там никаких тут самовольных действий. Строго все, дисциплина, порядок. Машинное производство сейчас задавит машины. Или сами они задавят, или с моей помощью, если будете там плохо себя вести. Вот она, прогрессивная буржуазная революция. И ей предшествовал этой буржуазной революции подъем во всех областях, духовный подъем. Вот перед французской буржуазной революцией просветители выступили, стали всех просвещать, что Бога-то и нет. Потому что вот те, кто охраняли крепостничество, говорили, что Бог создал эти отношения. Ах, Бог создал, значит, нет этого Бога. Поэтому нет таких и освященности этих отношений. Вообще Бог, на самом деле, он не вмешивается в наши дела. Он есть, есть, но он в наши дела не вмешивается. Одни говорят, а другие, так сказать, стали материалистами и вообще поставили вопрос, что мы не знаем никакого Бога. Вот сам человек творец своей жизни. Школу отделили от церкви, церковь от государства. И только люди малограмотные в области, так сказать, вот этих вопросов опять пытаются соединить школу с церковью, а государство с религией. А религий много, и каждый может говорить, а почему вы со мной встретились, а не вот с тем. А я вот пятидесятник трясун, хочу встретиться с президентом. А почему вы встретились с патриархом всей Руси, а со мной не встретились? А я вот свидетель Иеговы. Правда, я его не видел, этого Иегову, но свидетель. Но встретиться хочу с президентом. И президент вообще будет только встречаться с этими представителями разных религий. Ну где там заниматься экономикой, обороной тогда? Вроде бы развязали эти товарищи, которые делали буржуазную революцию, развязали руководство буржуазное, чтобы оно не занималось тем, что ему не свойственно. Нет, опять вот стоят и свечку держат. Как называются люди, которые держат свечку? Подсвечники называются, правильно. А как еще их называть? Что думаете, они вот в душе хранители Бога? Вы верите, что человек 50 лет не верил, а в 51-м году вдруг поверил? Верим. Верите. Значит, вы верующий. Я верю, что вы верите. Я тоже верующий тогда. Как мне один товарищ говорил, мы все верующие. Одни верят, что Бог есть, а другие верят, что Его нет. Ну вот вы, так сказать, знаете, сколь бурно проходила буржуазная революция во Франции. У нас в России все было тихо, мирно. Когда у нас капиталистическая экономика уже вполне обрела свои черты? В каком веке? В 19-м. Вот. У нас кто? У нас там буржуазное восстание было? Или у нас царь сам отменил крепостное право? Царь отменил крепостное право. Только непонятно, за что он этих самых так расправился с царизмом, с декабристами. Они как бы подготовили отмену крепостного права, а царь потом реализовал. Сколько прошло с 25-го года по 61-й? Сколько? 36. 36 лет всего. Через 36 лет. И стоило и людей, так сказать, кого повесили. Кого казнили по-другому, кого на ссылку отправили. Ну, это же шла подготовка указа об отмене крепостного права. Но если дворяне не согласны были, что-нибудь не поднимались. Они ведь у нас в России нередко раз и голову свернули царю. Такого не было разве? А тут в чем дело? Такое крупное изменение. Вдруг крепостное право отменили. А эти дворяне благородные, и не пошевелились никто. В чем же дело? А в том-то и дело, что экономический какой строй уже был к этому времени в деревне? Какой? К 61-му году. Значит, по этому поводу были большие споры в литературе. Были так называемые народники, которые говорили, что Россия пойдет своим путем, она не пойдет путем капитализма, у нее есть община, поэтому, так сказать, тут все будет не так, по-другому. И эти споры велись, пока вот не вышел труд, который Ленин написал, когда его отправили в ссылку. Он тут его после по делу Союза борьбы об освобождении рабочего класса придержали год
тюрьме. Я еще не видел ни одного историка, который показал, в какой тюрьме он сидел. Кто все показывает? Вот Мавзолей, вот Смольный. Ну, как в тюрьме какой сидел? Хоть показали бы эту тюрьму. А? На Шпалерной, думаете? У вас догадательство есть? Но если без догадательства, я могу сколько хочешь мест назвать. Вы знаете. Нет, просто я хотел добавить, что Бенкендорф на суде декабристов сказал, мне спросил у них, хоть кто-нибудь из вас своих крестьян в поместьях освободил и наделил землей? Так что он открытых лицемерий упрекнул декабристов. Ну, это я считаю, не запрещенный прием. Давайте вместе с вами будем освобождать. И какой вы хитрый. Значит, я своих буду освобождать, так я буду работать, а вы будете там прохлаждаться. На вас будут работать. Нет, только вместе с вами, дорогой товарищ, только вместе. Мы не за освобождение поштучно. Дескать, вы хорошие пусть освободят, а подлецы пускай продолжают, значит, эксплуататорами быть. Давайте вместе с вами. Поэтому декабристы-то выступали не за то, чтобы отдельные, чтобы сами декабристы освободили крестьян. Они выступали за то, что все должны освободить, и они готовы тоже освободить. А вы хотите, чтобы, так сказать, вы не будете освобождать, я буду освобождать. Так не пойдет. Не такие мы дураки. Мы же благородные люди. Мы будем продолжать эксплуатировать. Не хотите, не надо. Можете нас наказывать, но мы крестьян не освободим. Только вместе и сразу. Ну это же революция. Хитро. А как вы думали? Наслушался Бенкендорфа. Все-таки прокольчик у вас есть один сегодня. Есть? Есть один прокольчик. Вот ваше это дворянское нутро тут себя проявило. Бенкендорф? Да, Бенкендорф. Может быть, вы 16-й внучатый племянник Бенкендорфа? Или 23-й. Сейчас, видите, мы не знаем, у нас как-то не ведут люди генеалогическое дерево. Может, все мы благородные? Так. Вот такая особенность. Так вот, после того, как Ленин посидел годик в тюрьме, его отправили в ссылку. В ссылке он был 3 года. За эти 3 года он написал работу «Развитие капитализма в России», которая составляет сегодня 3-й том полного собрания сочинений Ленина. Я бы сказал, что это самая скучная работа из всех ленинских работ. Там сплошные данные, цифры о том, как и где повсюду развивается капитализм в деревне. Причем статистика была в это время прекрасная, данных очень много, родственники Ленина все их туда слали. А он же дворянин был к этому времени, между прочим, благородный. И Дзержинский тоже дворянин был. Поэтому и ЧК возглавил. Кто-то благородный мог возглавить только ЧК. И Калантай, ее поэтому посылали, и послом Калантай. Вот она приехала, дворянка. Как с ней не встречаться? Там бы кто-нибудь не подал бы руку какому-нибудь рабочему или крестьянину бывшему. А Калантай это дворянка, как же. С ней надо было встречаться, посол Советской России. И вот в этом труде, с которым вы можете ознакомиться, и тот, кто с ним ознакомится, никогда не забудет, что такое товар, что такое деньги, что такое капитал, и как развивается капитализм, никогда не забудет, потому что на таком колоссальном объеме это сделано, и настолько фундаментально, что тот, кто вот это изучит, получит очень твердые навыки в отношении того, как зарождается капитализм. У Маркса этого нет. Почему? Потому что Маркс писал на материалах Англии. Англия была в особом положении, она просто своих крестьян смела и на место крестьян завезла овец. И началось производство шерсти и, соответственно, производство шерстяных тканей. Ну и понятно, что это вот может быть в Англии, еще в одной какой-нибудь стране, но если так не могут вести все страны, кто будет, интересно тогда, так сказать, кормить, кто будет создавать продовольствие и другие культуры выращивать. Поэтому у Маркса вот это вот первоначальное накопление, которое в Англии, исторический очерк, находится в конце первого тома «Капитала». В конце, не предшествует. Ну и поэтому вот эта работа, которую проделал Ленин, она как бы дополняет то, что было сделано Марксом. Точно так же, как можно сказать,
про работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности, государства». Она вот эту картину, вот, которую мы сегодня пытаемся нарисовать, переход от одной формации к другой, вот эту всю систему формации обрисовывает от первобытного общинного коммунизма до капитализма. Причем это делает в блестящей форме и очень кратко. Вот, вот такая тоненькая книжечка. У нас тут продавали в университетском магазине. Несколько раз я видел. Только азбука классика. Только продают. 100 рублей штука. Сметают? Нету. Ну, нету. Потом опять начинают продавать. Опять раз и нету. А я тут был у Глазнова. Увидел у него фамилию Энгельсович. Ну, о, интересно. Я ему принес книжечку врачу и говорю, это вам. А то про папу своего, наверное, не знаете. Что-нибудь Энгельса читали? Говорит, нет, ну, почитайте. Он почитал, говорит, слушай, так интересно. Довольно забавно. У нас ведь много таких имен. Вот, например, на Кировском заводе я знал одного товарища. Его звали Вилорик Петров. А Вилорик знаете, как расшифровывается? На начало правильное. И застрял. Владимир Ильич Ленин, организатор рабочих и крестьян. Вилорик. Вот такое красивое имя. А поскольку Ленин был дворянином, то он, естественно, получал там паёк побольше, чем другие ссыльные. Ну, как дворянин. Ну и, соответственно, вот в этой докторантуре он успешно написал этот труд, который вошел в сокровищницу, так сказать, человеческой мысли, экономической. И я бы его рекомендовал для тех, кто хочет вот как раз разобраться с тем, как происходила революция экономическая, как на место феодальных отношений постепенно выходили экономические, потому что применительно к буржуазной революции сначала воссозданы были экономические отношения, капиталистические, а только потом политическая революция. Потом. Потому что это совершенно не похоже на то, как имеет место в отношении революции социалистической. Абсолютно не похоже. А? Развитие капитализма в России очень красиво называется. У нас предыдущая лекция была там вот одну назад. Развитие. Вот вам, пожалуйста, развитие капитализма в России. Том 3. Полное собрание сочинений. Так. А что происходило в феврале 17 года? В феврале 17 года нужно было только сменить политическую надстройку. Какой там... Могла быть там большая борьба, и никакой большой борьбы не было. Пришли... Кто пришли? Большевики к царю или пришли к царю представители буржуазии? И говорят, Николай, надо... Вы же понимаете, надо отречься. А он говорит, да я понимаю, надо отречься. Ну, отрекись в пользу Михаила. Хорошо. Отрекаюсь в пользу Михаила. Революция идет. Буржуазный. Царизм сметается. Михаилу приходит, Михаил, тебе надо этот царь-то, царская должность? Да мне особенно и не надо. Ну, отрекись вообще. Ну, я отрекусь. И все. Ну, и, ну, перед этим побузили немножко тут в Петрограде. Женщины выходили с пустыми кастрюлями. Какие-то марши были. Ну, никаких военных действий, это революция. С чем выходили на улицу? С красными бантами. У Ленина даже был красный бант, хотя он, я так понимаю, не участвовал особо в февральской революции 17-го года. Помните такие красные банты? Такие красивые такие, хорошие. Почему не празднуют буржуазную революцию вот у нас? Я не знаю. Сейчас какое государство у нас? Буржуазное? Так надо же праздновать. Чего вы не празднуете буржуазную революцию? Вы против нашего государства? Нет. А чего вы не празднуете? У вас горе, что ли, в связи с тем, что у нас буржуазное государство? Да, но у нас же не проводится она в рамках государственных праздников. Нет выходного дня. А вы предложили, чтобы проводилось? Ну, напишите сегодня же Владимиру Владимировичу письмо. Сегодня же. А мне это не надо. Ну вот видите, какой вы неактивный.
Не патриот вы буржуазной России, не патриот вы буржуазной России. Вот я вас раскусил. Да. Вот, а я патриот. Я вот бы с удовольствием праздновал. Но это же большое дело. Освободить. Это же буржуазная революция. Она поставила точку в вопросе о том, быть в России феодальной или буржуазной. И вы не хотите это праздновать. Неинтересно. Вот французы празднуют день взятия Бастилии. Почему вы не хотите с них пример взять? А что, день взятия Зимнего дворца? Почему? При чем тут Зимний дворец-то? Или вы про буржуазную? Ну, буржуазная революция, что в день взятия? Там ничего не взять. День отречения Николаевки. Это день национальной трагедии России. Вот. А вы печаль, будете в печали. Те, которые буржуазные контрреволюционеры, они будут в печали. А буржуазные революционеры в радости. И это нормально. И у нас будет день согласия и примирения в феврале. Какого числа-то? Никакого примирения с революционерами быть не может. Как не может быть? А нам, вот здесь мы живем с вами, вот сейчас спорим, с вами примиряемся. Вы со мной примиряетесь, я с вами примиряюсь. Вот оно, примирение-то наступило. Как нет? Самое примирение есть. Вы еще никто меня ничем не кидается. Я на всякий случай держу здесь, чем отбиться. Даже мне принесли специально. Все понимают, что острый, возможен разговор. Ну, надо так, чтобы и не особенно напоминало, но в случае чего, чтобы можно было защититься. У нас другой охраны-то нет. Так. И что после буржуазной революции? Остались недоделки какие? Отрезки остались. Что сделали этот царь? Вот такой вот нехороший он сделал, который освобождал-то крестьян. Он их освободил-то, в общем, без земли. Все то, что они, крестьяне, обычно использовали, там, пашню, лес, чтобы собирать грибы и ягоды. Так? А затем? Затем возможность пасти своих коров, пастбища. Все он обрезал, взял себе. Борис Николаевич, через 5 минут перезвоним. Все взял себе помещик по этому указу. И крестьяне, чтобы нормально вести свое хозяйство, а у них уже капитализм был, они уже производили на продажу зерно. Им приходилось что делать? Идти к этому же самому помещику. А помещик говорит, да пожалуйста, я вам с удовольствием разрешу. Но надо поработать на меня несколько дней. Это не барщина, а просто у нас такой договор. Вы у меня работаете 3 дня, а я вам даю возможность вот пасти коров, ходить в лес, пахать. Это не барщина. Просто раньше вы 3 дня на барщине работали, а сейчас вы 3 дня будете работать по договору. Я вам возможность пользоваться тем, что мое. А вы по доброй воле работаете 3 дня в неделю. То есть получилось, что крестьян освободили, но они свободными не стали. Поэтому у большевиков было требование убрать эти отрезки. Ликвидировать эти отрезки, то есть провести до конца. А крестьяне, и выражавшие их позицию эсеры, выступали за то, чтобы земля была государственной, и чтобы можно было, все остальное, всю землю разделить по едокам. У кого 8 человек, 8 долей, у кого 2 человека, 2 доли, все по едокам. Между теми, кто трудится на земле. Кто не трудится, то не надо ему и землю давать. Только между тружениками разделить, все по едокам. Большевики говорили, что это приведет к тому, что потом будут снова богатые и бедные, так и получилось. Снова будут кулаки и батраки, так и получилось к 1928 году. Но никто их особенно не слушал, разделить. И что сделали большевики? Они взяли и поддержали вот эту программу, которую эсеры не хотели сами выполнять. И эту эсерскую программу реализовали большевики. То есть они реализовали буржуазную программу, а вы не хотите поддерживать буржуазную революцию. А вот большевики поддержали буржуазную программу, в отличие от вас. Потому что она прогрессивна была на тот момент. Чего вам не нравится буржуазная революция? Революция-то лучше, чем буржуазная контрреволюция.
Революцию поддержите, а вы, вот я не знаю, что вы будете дальше поддерживать. Дальше уже там хорошего места не будет. Сейчас самый момент поддержать. Так, вот. Значит, встали мы перед вопросом о том, а что потом? А потом началось тихо, мирное развитие буржуазной России с февраля. В каком смысле тихо, мирно? Ну, как была война до этого, империалистическая, в которой участвовала Россия, феодальная, точно так же продолжалось участие. Никаких скачков, никаких переворотов. Буржуазная Россия, свободная Россия также гнала на убой крестьян. И крестьяне погибали на этой самой войне. В этом смысле тихо, мирно все. И слышит. И слышит. Вот что произошло. И поэтому... А поскольку все продолжалось, вот, так сказать, как бы прежняя мерзость, но в новых условиях, то понятно, что эта революционная ситуация в России стала складываться уже не в плане революции буржуазной, а в плане революции совсем другой, социалистической. Вы хотите сказать? Спросите. А почему, если германец на нас напал, то империалистическая война называется? А потому что не важно, кто на кого напал, а важно, что весь мир разделен, уже поделен, и ведется борьба между крупнейшими империалистическими державами за передел мира. Прочитайте книгу «Империализм как высшая стадия капитализма». Это не вопрос, кто на кого напал. А если я хищник и вы хищник, значит, мы будем драться, пока мы вот этих товарищей, если они не хищники, а мелкие страны, не заберем себе. То же самое можно про Великую Отечественную сказать. Что то же самое? Про Великую Отечественную можно сказать то же самое. Нет, не получится то же самое. Про то же самое можно сказать, потому что империалистическая страна – это капиталистическая. А Великую Отечественную с этой стороны, с нашей стороны выступала какая страна? Социалистическая, это совсем другая формация. Мы же еще до нее не дошли. А вы уже сразу делаете выводы, не дойдя. Это поспешность. Перерыв.